Более 500 карагандинцев сегодня выехали на улицы города на велосипедах. Велопробегом Караганда отметила День государственных символов Республики Казахстан. Самому молодому велосипедисту всего 6, самому старшему из участников веломарша – 63 года. Государственным символом в этом году 21 год. Велопробег по этому поводу в Караганде стал традиционным. За рулем велосипедов школьники, студенты, спортсмены, военнослужащие, ветераны и любители спорта. Автомобили на велосипеды сменили большое количество чиновников. Среди участников веломарша – аким области Баужан Абдишев. Государственные символы нашей республики – флаг, герб, гимн – олицетворяют его историческое прошлое, культурное наследие, стремление к достойному будущему, является предметом национальной гордости. Велопробег стартовал на площади перед Ледовым дворцом Караганды-арена и прошел по дорогам Юго-Востока. Пробег собрал более 500 патриотов, приверженцев здорового образа жизни. Сегодня символичный для Казахстана праздник. Хочу всех поздравить. Пусть наши госсимволы поднимаются на высокие пьедесталы. Пусть наш гимн гордо звучит, а Казахстан процветает. Наиболее отличившихся спортсменов наградили памятными подарками и почетными грамотами. Отметили самого молодого участника акции. Ему всего 6 лет, самому старшему 63 года. Кроме того, каждый велосипедист получил сертификат об участии в пробеге. Ирина Камышова, Ужас Габасов, Марат Култенов, Первый карагандинский.